Такого Почайна не видел уже давно. На территории корпоративного университета правительства Нижегородской области молодежный бум. Все это фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. От количества локаций в буквальном смысле глаза разбегаются. Только успевай посещать мастер-классы. Эти молодые люди не профессиональные художники, но под чутким руководством мастера творят шедевры. Акрилом рисуем. Вот закат. Цветочки красивые. Очень интересно. Первый раз в жизни взял кисточку в руки. Если будет очень хорошо, то я и заберу так к себе домой. Результаты будут потрясающие. Вот просто глаз будет не оторвать, несмотря на то, что сегодня все гости в первый раз вообще держат кисточки в руках. Но все у всех получится. Самое главное, энергетику хорошую направить в картину, и все будет круто. По соседству можно своими руками сделать натуральную свечу. Несколько минут, и приятный сувенир на память готов. Замечательный мастер-класс, очень душевный, и мне кажется, он в стиль вообще всего нашего оформления. Свои творения презентуют и студенты. Нижегородский политех отличился. Тут и катер на солнечных батареях, и квадрокоптер. Все собственное производство. Это детище наших студенческих конструкторских бюро. Одно из них у меня в руках. Это квадрокоптер с уникальной системой складывания рычагов. Сейчас студенты, во-первых, его создали, спроектировали и патентуют систему складывания. Аналогичной нету. На молодежный фестиваль съехали студенты, выпускники школ, представители общественных движений со всего региона. Все, конечно, с соблюдением антикоронавирусных требований. Развлечение – одна часть. На фестивале также знакомиться с возможностями и предложениями высших учебных заведений. Есть и потенциальные работодатели, среди них и крупнейшие компании страны. Там заинтересованы в молодых и перспективных кадрах. Молодежь – это и есть единство разных направлений деятельности, разных форматов деятельности. Нам удалось совместить все аспекты, все стороны вообще жизни. Это и развлечение, это и учеба, это и работа. Почетными гостями фестиваля стали заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Они не только познакомились с тематическими зонами, но и пообщались с участниками фестиваля в режиме открытого диалога. Темы, волнующие сегодня молодежь, обсудить удалось. Сергей Щеплягин, Валерий Шакуров. Время новостей.